Всем привет! Сегодня расскажу вам о чистящем средстве Hi-G Glass Mirror Spray. Чистящий спрей для стекла и зеркал. Вот такая вот упаковочка. Стоит 245 рублей на Озоне. Покупали, заказывали в интернете. Ранее я с ним познакомился, когда работал на строительстве заправочной станции газовой. Привозили такие вещи из Таджикистана. Армяне строили там подрядчики. И привозили вот такое чистящее средство. После использования на автомобиле порадовался тем, что никаких разводов после использования на стекле не остается. Другие средства чистящие оставляют разводы. Как трешь, не трешь, все равно разводы остаются. Приходится газетой как-то вытирать, чтобы разводов не было. Вот сейчас мы попробуем нанести эти средства. Посмотрим, как оно чистит. Вот стекло. Видно. Немного грязное. Разводы на стекле. Начнем с бокового стекла. С водительской стороны. С внутренней стороны. Тут уже видно, насколько стекло стало чистее. Сейчас попробуем сделать то же самое с наружной стороны. И посмотрим, насколько стекло преобразится. Вот можно уже посмотреть на результат. Видны небольшие царапины, но никаких разводов, никаких пятен. Стекло идеально чистое. Вот сколы на стекле. Причем большая часть из них получена не на трассе, а именно в городской эксплуатации. И виной тому джипы лифтованные, из-под которых в основном и вылетают камешки. Вот теперь можно посмотреть на результат утирания стекла. Не знаю, царапины, бунт видны или нет. Вот здесь. Стекло чистое, никаких разводов.